В среду власти афганской провинции Баглан сообщили, что число жертв оползня в горной деревне может достичь 80 человек. Обвал земли был вызван двумя землетрясениями в регионе Гиндукуш силы 5,4 и 5,7 балла, случившихся в понедельник. Как сообщает губернатор провинции, под толщей земли в несколько метров оказалось 22 дома. При этом извлечь удалось тела только двух женщин. Еще 20 человек были доставлены в больницу с травмами. Отмечается, что жертвами оползня стали в основном женщины и дети, поскольку мужская часть населения была на сельскохозяйственных работах. «Я был далеко от дома. Я побежал обратно, увидел, что мои дети выглядывают из завалов, так что я их забрал. Слава богу, они живы». Землетрясение на севере Афганистана – не редкость. Так, в 2002 году в результате подземных толчков в этой же провинции погибло более 2000 человек.